эфире информационная программа «События». Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Самару с рабочим визитом посетил глава Федерального Минэнерго Александр Новак. Вместе с губернатором области Николаем Меркушкиным он принял участие в совещании по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. Совещание проходило в расширенном составе. На него пригласили руководители профильных региональных министерств, сотрудников МВД и МЧС России, прокуратуры крупнейших предприятий энергетического комплекса Поволжья. Всего в этом году на развитие энергосбережения Самарской области планируется направить более 1 000 000 000 рублей. Большая часть – средства частных инвесторов. Необходимость привлечения частных инвестиций к модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства вошла в число поручений президента Владимира Путина. Экономить энергию в Самаре будут даже трамваи. По новым рельсам они смогут разгоняться до 60 км в час. На проспекте Ленина от улицы Первомайской до Осипенко в Самаре полным ходом идут работы по замене трамвайных путей. Расстояние между улицами примерно 500 метров. В планах городских властей полностью сменить старые рельсы на новые и уложить шпалы. Также планируется засыпать новый щебень. Работает бригада из 16 человек, привлекли и тяжелую технику. Работы ведутся ночью, чтобы не создавать автомобильных пробок. Отрезок проспекта Ленина от улицы Первомайской до Осипенко планируют отремонтировать к концу сентября. Этот путь укладывался в 1982 году, то есть он уже простоял более 20 лет. То есть, естественно, скрепления уже все расшатаны, рельсы изношены. Тут основная цель – заменить рельсы и шпалы, чтобы путь был в соответствующем состоянии. Бригада работает постоянно, работы ведутся с 0 часов до 5 утра. В Самаре в рейс вышли 8 новых трамваев. Первый уже год курсирует по рельсам и очень полюбился как пассажирам, так и работникам трамвайного депо. Власти Самары решили закупить целую партию. В кабину нового трамвая только на каблуках и нарядной блузке. Для водителя Светланы Архиповой теперь каждый рейс как праздник. Говорит, с новой машиной справляется легко и непринужденно. Да, намного легче. Мне кажется, он более такой коммуникабельный. Вот это у нас панель управления. Здесь у нас все данные, скорость, заряд аккумуляторной батареи, часы. Дата, все это у нас есть. Также у нас информация о неисправностях. Обновленный дизайн белорусов не только способствует хорошему настроению пассажиров, но и позволяет разгоняться до 60 км в час за счет плавных обтекаемых форм. В общем, одни плюсы. Чем они отличаются от старого подвижного состава? Во-первых, это экономия практически на 30% по затратам на электроэнергию. Во-вторых, это трамвай с пониженным уровнем пола средней части для людей с ограниченными возможностями. Трамвай оборудован откидной аппарелью, по которой инвалид-колясочник сможет заехать в салон. Для таких пассажиров здесь есть специальные места. Сидячих мест в салоне 29. Общая пассажировместимость порядка 150 человек. Задача по обновлению подвижного состава была поставлена главой города Дмитрием Азаровым. На покупку этих 8 трамваев были выделены 116 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас предварительно уже согласована наша заявка в областную целевую программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Мы там в рамках своей заявки планируем обновить примерно на 3/4 весь подвижной состав городской, в том числе и по трамваям. Новые трамваи уже курсируют по улицам города и перевозят пассажиров по маршрутам 1, 3, 5, 13, 15 и 18. Виктория Шарая, Марина Матвейшина, Владислав Манин. События. Около 30 миллионов рублей направят в этом году на обновление зеленых насаждений города. В областной столице 60% деревьев достигли 20-летнего возраста. В этом году запланировано снести более 9 тысяч аварийных деревьев. Это на 55% больше, чем в прошлом году. Половину сухостоя уже убрали. Когда мы реализуем эту программу по сносу деревьев, давайте обеспечим своевременный вывоз еще вот этой обрези, то, что у нас накапливается, да, потому что, ну, к сожалению, не везде, едешь по городу, не везде это делается синхронно, как бы день в день. Давайте просто обратим на это внимание. Четверть века на благо бизнеса. Торгово-промышленная палата Самарской области празднует юбилей. Это не государственное, не коммерческое объединение было создано предпринимателями для самих предпринимателей.
Как в конце 80-х, так и сегодня эта структура отстаивает интересы бизнеса. Всесторонняя поддержка, содействие развитию в регионе, привлечение инвестиций в экономику губернии, налаживание внешнеэкономического сотрудничества. Сегодня членами ТПП Самарской области являются около 1000 предприятий. От малого бизнеса до промышленных гигантов. Поздравить коллег приехал и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Праздник, конечно, юбилей, достаточно серьезный для нас, в силу того, что мы с вами самые простые времена за эти 25 лет пережили. Это праздник, конечно, для всей системы торгово-промышленных палат, член нашей семьи, у нас 174 палаты, подавляющее большинство из них созданы гораздо позже. Свой юбилей в рамках Дня города отметил Куйбышевский район. В этом году ему исполнилось 70 лет. Район появился на карте областного центра с началом строительства Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в 1943 году. С этого момента судьба района и Куйбышевского НПЗ тесно связаны между собой. Район рос и развивался вместе с заводом. Предприятие и тогда, и сегодня заботится о людях, которые здесь живут и работают. Куйбышевский НПЗ принимает активное участие в развитии инфраструктуры района. Залогом процветания района является развитие самого предприятия. Планомерное решение социальных задач напрямую связано с перспективами развития нефтеперерабатывающего завода. Так, благодаря масштабной модернизации производства, развернутой в настоящее время на КНПЗ, к началу 2016 года в Куйбышевском районе будет работать, можно сказать, практически новый завод, выпускающий автобензины и дизтопливо по самому высокому экологическому стандарту – Евро-5. Модернизация нефтеперерабатывающих мощностей – это строительство 9 новых и реконструкция 4 действующих установок. А значит, новые рабочие места, отчисления в бюджет, снижение техногенной нагрузки на экологию. Завод был и остается источником уверенности в завтрашнем дне для более чем 10 тысяч нефтепереработчиков и членов их семей. Он гарант социальной стабильности и процветания всего района. На крупных предприятиях, как правило, работают династиями. Сотрудники областного управления наркоконтроля тоже не прочь, если дети пойдут по их стопам. Ребят посвятили почти во все тонкости работы в управлении ФСКН. Вплоть до того, как изымают опасные наркотики и задерживают преступников. Поделились секретами, как обращаться с оружием и держать оборону без него. По мнению сотрудников управления, такие встречи помогут их детям определиться с выбором дальнейшей профессии. Вполне возможно, что кто-то потом захочет пойти по стопам родителей. Все сделано отлично, здесь все провели хорошо. Особенно понравилось, как они их захватили, увезли и как отпечатки пальцев снимали. Они нас привыкли видеть в другой обстановке, в домашней. А сегодня мы хотим показать им, что их родители на самом деле высококлассные специалисты, знающие свое дело, умеющие делать то, что они делают. Нам очень хочется, чтобы наши дети нами гордились. Медики борются за жизнь пациентов каждую минуту. Специалисты больницы Калинина начали выполнять гибридные операции на артериях. Трудно представить, но длина кровеносных сосудов в теле человека в среднем составляет 100 тысяч километров. Этого хватит, чтобы 2,5 раза обогнуть Землю. Кровеносные сосуды, подобно огромной паутине, пронизывают все тело человека, позволяя доносить кислород до каждой клетки. Но бывает так, что на стенках вен или артерии образуются отложения. Крови становится все тяжелее проникать через узкие коридоры. У Виталия Тупоносова из Отрадного вдруг начала неметь и отниматься нога. Сказалась плохая проходимость сосудов. Случилось это днем, дома. Нога побелела, начала болеть, вызвали скорую. Скорая вызвала санавиацию отсюда, с Самары, и привезли меня сюда. Раньше для того, чтобы восстановить кровоток, приходилось выполнять открытые полостные операции, которые щадящими можно назвать натяжкой. На смену пришло гибридное вмешательство с использованием современных эндоваскулярных технологий. Операция является малотравматичной. Вместо 4-5-часовой операции, связанной с кровопотерей, связанной с рассечением большого количества тканей, мы путем вот этих гибридных технологий, которые выполняются в один день в одной операционной, имеем возможность восстановить кровоток во всей конечности. Специалисты отделения сосудистой хирургии в среднем в год выполняют около 1000 различных вмешательств. 30 из них гибридные. Виталий Тупоносов уже на второй день после операции смог встать на ноги. Теперь может самостоятельно ходить и даже бегать. Мария Ваткина, Сергей Баскин. События.
Гордость втройне испытали молодые самарские родители. В семье Щербаковых на свет появилось сразу три сына. В Самарской области это уже вторая в этом году тройня. Богатырей выписали из роддома домой на радость папе и маме. Почти как в сказке. Три года ждали и, наконец, дождались. Сразу троих. Вот, забирай. Три сына, три богатыря родились в августе общим весом 5 килограммов 400 граммов. Супруги Щербаковы до сих пор не могут поверить своему счастью. Новость о тройной радости оказалась для будущих родителей, мягко говоря, неожиданной. Я был на работе, это была зима, чуть сугроб не сел, честно говоря, сразу, потому что был просто, ошеломлен просто такими новостями. Через неделю уже осознавал, как само собой разумеющийся, поэтому, то есть, ходил там... В больнице сразу три результата, три УЗИ, то есть все в три. Покупки тоже, три пампы, то есть там три пеленки, три кроватки. Родители долгожданных малышей начали воспитывать их еще в животе. Папа читал им детские сказки, а мама занималась домашними делами под музыку Баха и Шопена. Свои имена Артем, Данила и Матвей мальчишки тоже получили задолго до своего рождения. Имена мы очень долго обсуждали, у нас были дебаты, мы очень спорили, какие имена по значению, то есть не просто, а смотрели значение, характеры, чтобы это все было сильной личности, вот так. Характер у малюток самые, что ни на есть, мужские, подтверждают врачи. А попробуй их не покорми, не дай вовремя. Как настоящие мужчины, они сразу начинают голосить. Да, вот так вот вы их не слышите. А попробуйте, не покормите вовремя. Это уже вторая тройня в этом году в Самаре. Первую выписывали весной, тоже мальчиков. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События. Для семей, в которых дети уже подросли, в Самаре провели необычные веселые старты. В городе прошел конкурс «Моя семья – спортивная семья». Родители и дети доказали, что главное условие для победы – не выносливость и спортивная подготовка, а сплоченность и хорошее настроение. Брюки-скороходы модного фасона, в которых помещается вся семья. Только вот пробежать в них не так-то просто. Бегущий квадрат, движущей силой, в котором становится семейный подряд. Посоревновались, натренировались, а главное, вдоволь насмеялись. Это прежде всего нужно для детей, потому что они с нами очень мало времени на самом деле проводят. Постоянно работы, какие-то заботы, а здесь возможность хоть какая-то вместе провести время. Покорить лабиринт, окольцевать кактус и не потерпеть крушение в надувной лодке. Конкурс «Моя семья. Спортивная семья» впервые проходит в рамках Дня города. 18 семей Самары по две от каждого района поборолись за звание «самой спортивной». Каждая команда – мама, папа и ребенок до 13 лет – должны преодолеть 20 эстафет. Здесь разные эстафеты, которые требуют и ловкости, и скорости, и умения ориентироваться в пространстве. Сплоченность всей семьи, главное сплоченность, чтобы почувствовать локоть, так скажем, члена своей семьи. За прохождение каждой эстафеты начисляются баллы. Победители получают право участвовать в финальных городских соревнованиях. Марина Матвеевна, Иван Карпов. События. Из таких семей вырастают чемпионы. Воспитанница Самарской школы настольного тенниса Мария Тайлакова стала чемпионкой Европы. Соревнования проходили с 23 по 25 августа в пригороде французского Страсбурга. Самарская спортсменка выступала в возрастной категории мини-кадеты. С победой чемпионку поздравил первый заместитель главы Самары, президент областной федерации настольного тенниса Виктор Кудряшов. Юная чемпионка Мария Тайлакова на тренировке тратит все свободное время. В зале проводит по 5-6 часов в день. Несколько лет назад в секцию настольного тенниса ее привела мама. О больших достижениях в спорте Маша тогда и не думала. Но уже после первой тренировки поняла – теннис – самый интересный вид спорта. Ум развивается. Вот. Ну и характер. Проигрываешь когда? Вот все равно пересилить себя, не расстраиваться и выиграть потом. Чемпионат Европы по настольному теннису прошел во Франции, в пригороде Страсбурга. В финале Маша Тайлакова встретилась с нашей соотечественницей, спортсменкой из Краснодара Кристиной Казанцевой, и обыграла ее со счетом 3-0. Это, будем говорить, такая младшая возрастная группа, и ее победа, она говорит о том, об ее потенциале, о ее возможностях, которые нам еще предстоят раскрыть. С победой чемпионку Европы поздравил первый заместитель главы Самары, президент областной федерации настольного тенниса Виктор Кудряшов. Маша получила в подарок электронную книгу. Наша школа настольного тенниса жива, и у нас есть звездочки такие, пока, может, еще юные, но те, которые совершенно точно будут
этот вид спорта, славу самарского настольного тенниса поддерживает. Поэтому я тебя от всей души поздравляю. Времени на отдых у юной чемпионки немного. Маша начинает активно готовиться к открытому первенству по настольному теннису, который пройдет в Хорватии. В начале октября она примет участие в турнире на призы губернатора Самарской области. Сама спортсменка уже ставит перед собой самые грандиозные задачи. Маша хочет стать чемпионкой мира по настольному теннису. Лариса Шалафаст, Евгения Белова, Дмитрий Тарасов, Алексей Золотенков. События. В Самаре открылся 5-й международный фестиваль спортивного кино и телевидения. Жюри просмотрит более 130 работ. Среди них программы и фильмы, как документальные, так и художественные. Победители определятся в 8 номинациях. Кроме этого, будут вручены 2 специальных приза – гран-при и приз президента фестиваля. В номинации «Лучшая телепередача» свою работу выставил и телеканал «Самара ГИС». Программа канала «Мастер спорта» в прошлом году уже выиграла первый приз спортивного фестиваля от Самарской области. Теперь она претендует на победу в международном. Конкуренты «Мастера спорта» – работы кинематографистов из России, Европы, Азии и Северной Америки. По мнению организаторов фестиваля, главная цель современного спортивного кино – воспитывать молодежь в физкультурных традициях. В советское время это действенно сказывало в определенных направлениях положительное влияние на воспитание молодежи. Сейчас это как-то ушло. Сейчас, если вы посмотрите в кинотеатры, боевики, мультфильмы и очень мало рассказов о наших героях, героях в мирное время спортивных героев. 17 сентября в Самарской филармонии покажут спектакль «Декоратор любви». По сюжету ремонт у известного депутата делает неудавшийся актер Стас. Он становится свидетелем конфликта хозяйки квартиры с незнакомкой, которая обвинила ее в любовной связи со своим мужем. Стас пытается спасти репутацию неверной жены. С 15 по 22 сентября в Самаре пройдет первый международный фестиваль «Волга театральная». От Кирова до Астрахани зрители смогут увидеть самые интересные спектакли театров Поволжья. В общей сложности на площадках будет показано 15 спектаклей, в том числе кукольное представление для взрослых и спектакль на национальном языке. Кроме того, в рамках фестиваля перед самарцами предстанет уникальная мини-труппа из Германии. Отбор производит экспертный совет. Театры, которые хотели принять участие в фестивале, присылают, как и на «Золотой маске», так и на любом так фестивале, видеозаписи тех спектаклей, которые они нам предлагают для участия в нашем фестивале. Единственное условие положения фестиваля, что спектакль должен быть не старше 2 лет. Инициатором проекта стало Самарское региональное отделение Всероссийского союза театральных деятелей, президентом которого является глава Самары Дмитрий Азаров. Поддержку в проведении фестиваля оказал муниципалитет Самары. У меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самаргиз» круглосуточно на экранах своих смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи!